Только что, чтобы уже домой повторяем. Да, да, да. Чтобы оставили только больше еды. Смотри. Понимаешь, так. Как стул здесь-то. У нас там переизбыток стульев. Ну что, мой хороший? Ему не нравится. Ему все возенький. Джинджер мой. Иди ко мне. Иди к Анжеле. Иди к Анжеле на ручки. Иди. Иди. Вот я уже возьму. Маняня Китти. Вот ему хороший какой. Ну что, Джинджер. Кит. Да, мы сейчас колем анфлурон. Это, кстати, очень болючее. Ну, уже вчера был первый укол, первое лечение начали. Я хочу сказать, что кот гораздо лучше. Да, так, сам это у нас был анфлурончик, и сейчас кабактанчик. Антибиотик. Поцелуночки. Специально кошачьи. Я болела, поцелуночки. Еще чуть-чуть. Так, давай. Джинджер еще чуть-чуть потерпим. Немножечко. Оп. И колем кабактан. Да. Вот так. Все, умничка, все. И теперь нам надо искать Тимона. Люди сказали, что Александр раз 48 часов. Вы говорите, не переборщите. Ага. Так что. Да, через день. Хорошо, что я вчера его не уколола, понимаешь? Чистый случай. Чисто, да. Нет, это наша интуиция. Что ты не понимаешь? Да. Чисто случайности у нас не бывает. Я так не люблю, когда сосочки нависают, и все под диваном. Здорово. А помнишь, какую сосочку мы тогда отодрали? И вон Тимка наш. А я свет сейчас быстренько. Клац. Клац. Да я сейчас включу. Угу. Заходи. А то Мадонна. Сказать, и у тебя даже лучше. Мы вчера только начали. А надо 5 дней. Ласочка. Минимум. Ласка. Тимочка. Погладь его. Тимочка. Вот это кисельки такие. Оп. И набрал кисельник, да? Хорошенький. Кит-кит. А елки-палки. Кит-кит, Мадон. Все, Анжел, держи. Так, ну как что? Всегда, болючий анфлурон. За шкиворот немножко приподнимаем. Вводим подкожно. Да, вот он немножко болючий. Ничего, Тимочка, ничего. Да, вот покушаем. Стресс снимает. Быстрее пожрать. Тихо-тихо, не смейся. Смейся, то еще котик подошел. Вот, и теперь антибиотик. Ну вот, котик молодец. Так, ты меня только не кушай, ты кушай. Да, ты кушай то, что нужно тебе кушать. Кабактанчик, да. Выругается. Все, молодец. Все. Поцелунки. Давай.